Рэми – это общедоступный протокол RPKI, который обеспечивает аутентификацию пользователей и устройств без проверки пароля. Целью этого проекта является обеспечение безопасности информации пользователей. Рэми является общедоступным протоколом и децентрализованной платформой для цифровой аутентификации, созданной на блокчейне Ethereum. Благодаря технологиям блокчейн, инфраструктура открытого ключа и DApps, Rémi обеспечивает полную безопасность пользователей и их данных. Главная задача – сделать продукт и реализовать все, что запланировано в рамках дорожной карты. Согласно дорожной карте, продукт будет готов в третьем квартале 2018 года. Также Rémi уже торгуется на таких биржах, как Gate, IDEX и TIDEX.